Друзья, привет! Я сегодня буду пытаться засолить зеленые помидоры, именно соленые, как я ела в детстве. Не знаю, что получится, потому что в Италии очень сложно найти многие ингредиенты, которые нужны для засолки. И невозможно найти хреновые листья, невозможно найти листья черной смородины, вишни. Я не знаю, вот укроп у меня вот такой вот дохлый. Ну, в общем, все, что нашла, буду пытаться, посмотрим, что получится. У меня сельдерей, у меня зеленые помидоры, вот такой красивый корень хрена, вот такие страшные листья вишни, чеснок, острый перец, листочки лавровые, лавровые листочки. Потом здесь у меня черный перец горошком, душистый перец, острый перец и тмин. Больше ничего. И для рассола нам понадобится соль на литр воды 2 столовые ложки. Вода холодная. Я приступаю. Ну вот я их помыла. Наколола вилочкой все-все-все помидорки. Сейчас приготовлю остальные ингредиенты и буду укладывать. Мне даже не верится, что я нашла хрен. Запах из детства, можно сказать. У меня у бабушки было очень много хрена в саду. Вот такой прекрасный хрен. Посмотрите, я приготовила хрен, сельдерей, чеснок. Люблю много чеснока. Вот, и сейчас начну укладывать. Помидорки готовы. Специи вам рассказала. И соль тоже вам все рассказала, как рассол. Все, начинаю укладывать. Ну вот, видите, я положила сюда уже зелень. Сейчас чесночок кидаем. Так, что еще? Перчик. И так вот все баночки. У меня получилось две баночки. Было примерно 1,5 килограмма помидор. Вот. Не умерится я на самом деле укладывать. Я вообще солю их первый раз. Так что те, кто будут меня осуждать, принимаю всю критику и так далее. Не умею укладывать, не умею солить, вообще не умею готовить. Вот, но пытаюсь. Итак, баночки готовы. Приступаем к рассолу. Вот здесь у меня, посмотрите, литр воды. Литр. Этот литр сейчас я наливаю в миску. Так, и добавляю 2 столовые ложки соли. Раз. Два. И размешиваем. Соль у меня из-под крана. Тут вода очень на самом деле хорошая. Холодная вода. Размешиваем. Рассол готов. И начинаем заливать. Как я уже говорила, я снимаю одна. У меня две руки, поэтому, в общем, продолжаю. Очень неудобно, но вы все поняли. Заливаем. Посмотрите, все, я заполнила. Рассол должен четко покрывать помидоры, прям вот до самого верха. Если даже будете закрывать крышкой, будет выливаться, ничего страшного. И все, теперь будем ждать. Я насмотрелась кучи всяких разных рецептов. Ну, посмотрим. Вообще зависит от многого, от температуры и так далее. Посмотрим, может быть, дней через 5 я открою и попробую. Вот, потом с вами поделюсь. Вот такие помидорки. Я даже вот пару разрезала, потому что плохо уходили в банку. Ну, посмотрим, как будет. Я очень хочу, чтобы получилось. Я их очень люблю. Привет, друзья! Вот результат. Долго я очень долго ждала, очень долго ждала. Все вкусно. И очень вкусный сельдерей. Рекомендую вот прям класть много сельдерея. Он получается очень вкусный. Очень-очень. Но помидоры просто шикарные. Всем хорошего дня.